Здравствуйте, друзья! Понедельник, 1:30 дня. Мы приехали со Светланой, вернулись из Санта-Крус. И я себе двигаюсь в офис. И еду я с гостинцем. Вот, ой, ё-моё, тяжёлая зараза. Вот вся в лимонах. Вот это вот все в лимонах. С утра я пошел там надергал. И там такого осталось, я не знаю, еще раз 10. Ну, то есть просто невозможно. Вот я собрал эту штуку, а по кусту не скажешь, что там что-то изменилось, знаете. Страшное дело. Ну, друзья, вот сейчас будем думать, кто возьмет. Значит, ну я первым делом мы Олесе предлагаем, потому что у нее такой клуб, и туда люди приходят, то есть как бы она их там раздает, я не знаю. Олесь, конечно, в основном кофе делает. Ну, реально кофе. Вот. Мы с ней распачали бутылочку коньячку, там у нее стояло. Я говорю, что коньяк так стоит-то, правильно? И теперь можно по чуть-чуть даже подливать коньячку в кофе. Но нам, правда, совет тут дают. Зрители говорят, что надо не коньячком, а каким-то ирландским там ликерчиком. Это правда. Это правда. Ирландский ликерчик исключительно с кофейком идет. Кофейный ликер там все отлично идет, очень хорошо. Он вообще дешевые копейки стоит. Да. Ну, что еще сказать? Сегодня большой день, в том смысле, что с утра узнаем, что вот Байден, значит, оказывается в Киеве. И такая операция была проведена, что он в Киеве будет только во вторник вечером. А оказалось, что он там был уже в понедельник. Вот, и, в общем, как-то так вот они все это скрытненько говорят, пишут сейчас в средствах массовой информации, что очень долго, очень сложно готовилось, и что вот были разные варианты, где бы ему встретиться с Зеленским, но прямо именно, чтобы в Украине, потому что, ну, как бы, так сказать, символ. Это вся встреча такая, она очень символическая, да, потому что более серьезный разговор произойдет в самой Польше, где Байден будет 2 дня, и там какие-то, может быть, прозвучат решения, мы не знаем. Но, во всяком случае, это такая очень мощная демонстрация поддержки. И в Киеве они там прошлись красиво. Я, к сожалению, Киев не знаю совсем. Ну, то есть я бывал, конечно, но город не знаю. Там они такой, на фоне такой красивой церкви гуляли, там такой целый комплекс. Вот. Ну, в общем, красиво, красиво. И в Америке сразу тут оживились вот эти вот, которые называются MAGA, Republicans, такие трамписты, уж совсем трамписты. И они говорят, надо же, вот так вот он предал Америку, говорят, в президентский день, вместо того, чтобы там быть со своей страной, он, значит, куда-то там задевался, плевать ему типа на Америку. Хотя лично я считаю, что в президентский день встречаются 2 президента. Слушайте, один тут оттуда, другой отсюда. Красиво, красиво, в этом что-то есть. Во всяком случае, как бы сказать, чего от них ждать-то, правильно? Ну вот, значит, но в целом, как бы, в целом реакция хорошая. И я считаю, что в некотором смысле Байден подгадил Путину, который собирается вот тут выступать, ну там, перед кем он там выступает со своими посланиями, Дума или там, где он там, я не знаю, но так, знаю, что собирался выступать. И, естественно, докладывать о том, как за год успешно, значит, они провели свою эту карательную операцию отдельную или там особую, или как это, специальную карательную операцию. Ну, значит, и тут Байден ему, надо сказать, подгадил. Наверное, придется речь как-то переписывать или что-то такое в нее добавлять, я не знаю. В общем, хорошая такая, приятная новость. В Киеве солнышко, друзья. Они так хорошо с Зеленским прошлись. Вот, Зеленский в своей такой неизменной, ну, вот как у меня, фактически, такая флисовая у него кофточка. Он со всеми, он с королями, там, этими королевами, с премьер-министрами, с президентом США. Он всегда в такой кофтульке, вот. И тоже-то вот идет мага-репабликанс, они его за это, говорят, убить готовы. Там, вот, говорят, ты вообще убила бы, там, говорит, такой негодяй вот он. Ну, в общем, да, ну, стиль такой, понимаете, стилистика. Война все-таки не то, что там картошку собирают. В общем, годовщина, вот осталось пара дней буквально, годовщина, и я думаю, что
невозможно мимо этой темы пройти, вот даже если вы совсем как-то от этого далеки, от тематики этой далеки, но все-таки я не могу сказать, что мы очень далеки, но мы не специфический такой военный или там политический блок, но я подумаю, может быть, что такое сказать на эту тему, потому что большая конкуренция, вы знаете, там разные люди с разными там идеями, разные итоги подводят и так далее, но я думаю, что мы поговорим на эту тему тоже, поговорим. Я еще посмотрю, что другие говорят. Так вот. Ну, что еще сказать? Мы хорошо погуляли по Санта-Крус. Там погода просто, вы не знаете, какая, как дышится. Особенно вот сегодня, понедельник, мы с Томиком пошли погулять с утра. Людей нет, знаете, океан есть. Солнышко есть, небо голубое есть, собачка, понимаете, ходит тут, хвостом виляет, доминирует там у разных кустиков. Очень хорошо, очень хорошо. И ехали мы оттуда, знаете, по такой извилистой дороге, через горы, а вокруг, знаете, секвой, мимоза, со всех сторон там этот цветет таким желтеньким, очень красиво, очень красиво. И дорога такая, знаете, в час дня, не сильно насыщенная такая. Без особого трафика. Да. Так что как бы такой позитивчик. Позитивчик. Все-таки надо сказать, что Байден как-то проявил некоторый кураж такой, знаете, вот все-таки воюющая страна, там и стрельнуть могут, и чего. Надо сказать, что пишут, что за 2 часа до приезда Байдена в Киев, а он на поезде ехал там 10 часов из Польши. Так вот, за 2 часа до приезда Байдена в Киев Соединенные Штаты там по своим каналам уведомили Кремль, что через 2 часа Байден приезжает. Видимо, имелось в виду, чтобы без неожиданностей там, да, чтобы не хулиганили. А если какие планы есть, чтобы, значит, там что-нибудь побомбить или там пострелять, чтобы, значит, не суетились раньше времени. Вот. Я уж не знаю, то ли это как-то помогло, то ли не помогло. Вообще трудно себе представить, что можно в секрете сегодня, вот да, в сегодняшнем мире, в секрете провести такую операцию. Пишут, что в Киеве какие-то супер меры безопасности, которых город не видел в связи с приездом никого из западных знаменитостей. Там, да, вот там не английский премьер, там не. Я не знаю, там ни французские дела, ни немецкие, ни вот такой, таких мер прямо никогда не было. И там весь город понимал, это, друзья, у меня там бутылки с водой я везу. Весь город понимал, что явно будет Байден. Но они в Кремле, может, и не знали, конечно, не чувствовали. Я не представляю, как такую операцию можно провести секретно. Но, тем не менее, он прилетел в Польшу на сутки раньше, чем было объявлено официально, как бы. Ну, в общем, красиво, красиво. Научились. Вот, так что ждем, что там будет сейчас в Варшаве последующие 2 дня. Явно должны быть какие-то там серьезные и заявления, и какая-то помощь дополнительная. Так он с собой привез на 500 000 000, но это мелочь, это там даже говорить не о чем. А вот уже в Польше там говорят, что у него еще на 2.5 миллиарда, но я думаю, что гораздо важнее, чем вот конкретная сумма, гораздо важнее какие-то принципиальные решения. Я не слышал, может, я уже вот сам вам рассказываю, может, там уже что-нибудь написали. Принципиальные решения о поставках чего-то такого, чего пока отказывались поставлять. Там типа вот эти вот атакамс, которые там бьют подальше, стреляют авиация там и так далее, так далее. То есть, может быть, и вот и такое тоже. Мы не знаем. Мы, друзья, берем наши лимончики. Опа! О, берем наши лимончики. А красавцы, а пахнут как. Ой, ты, господи, боже мой. Утром, сегодня утром срывал, понимаете? Прям как вот на базар иду с лимончиками. Все, друзья, счастливо и до новых встреч.